Прошел немалый срок годов с тех пор, как в царстве южной ночи родился тот, кто был готов нас всех спасти любовью отчей. По воле Господа Отца, по милости Его великой, во имя сущего Творца Он в мир явился многоликий. Но не был принят знатным людям и не понравился богатым, не понято рождение чуда в дворцах роскошных и палатах. Так мир, увязнувший в грехах, ожесточил свои сердца. И только бедным пастухам открылся он, и мудрецам, волхвам с далекого востока, что вникли в суть святого слова, они в смирении глубоком дар принесли к ногам Христовым. А нам Христос дарует тоже дар самый ценный, дар спасения, и получить его здесь может любой. Без всякого сомнения, откройте ж, люди, сердца двери, примите Господа рождение, и Он вам даст по вашей вере от адских сил освобождение. Я знаю, жив мой Искупитель, пречистой Девою рожденный, не страшен мне души губитель, Христом ко древу пригвожденный. Мне трудно иногда бывает, жестокие дьявола укусы, но боль всегда ослабевает под нежным взглядом Иисуса. Молю Тебя, великий Боже, открой для истины сердца, родись Ты в душах еще многих, как в пастухах и мудрецах. Аминь. Аминь.